Здание Оренбургского института менеджмента было взорвано. Таков итог проверки учебного заведения на террористическую защищенность. Девушка принесла мимо охраны рюкзак, в котором, по легенде, находилась бомба. Несмотря на объявление, вход только по пропускам, охрана не проверила документы и даже не осмотрела рюкзак. Террористка оставила бомбу в коридоре первого этажа и спокойно покинула здание. 40 минут никто не обращал на сумку внимания. В итоге бомба все-таки взорвалась, как и сам корпус АГИ. Здание института охраняет частное охранное предприятие «Шериф». Именно его сотрудники несут ответственность за безопасность учащихся и персонала. Причем это уже не первый случай учебного заминирования данного корпуса. Отмечу, что в ближайшее время институт предстоят выборы ректора. В этом свете ситуация заставляет задуматься.